Вот так наш сказочный город видят жители и туристы. Я на твоих морковных котлетах не настолько похудел, чтобы протиснуться. Но я его вообще не вижу, потому что я принцесса. Я хочу быть свободной, а не чахнуть в этом каменном скворечнике. Но там опасно. Опасно? Я не знаю, что это в словаре была вырвана страница. Эй, Лапуля! Так я встретилась с Русланом и шагнула навстречу мечте. Но, как назло, раз в 100 лет злой волшебник Черномор похищает принцессу. Пришли мне голубя с местоположением! И по закону подлости украли, естественно, меня. Но мой Руслан, конечно, меня ищет. Я вообще не в курсе, что делать. Где разыскать этого Черномора? Полегче, богатырь, я без понятия. Но ты же кот ученый. Извиняй, но я знаю одного чокнутого экстрасенса. Кто в теме? Пошла залетная! Маршрут перестроен. Сейчас поверните налево, потом направо. Тут опять все перекупано. Но по окончании маршрута вас ожидает волшебный меч, который победит Черномора. А я говорил, что Сусанину нельзя доверять. Отправиться в заколдованную страну. Чтобы разрушить чары Черномора. А, бьешь, значит любишь. Я? Тогда лови еще Валентинку. Помериться силами с заморскими принцами. Сразиться со страшными монстрами. Сюрприз! Великанам и армии мертвецов. А ну зацените самую бомбическую магию лукоморья, от которой кот ученый с дуба свалится. Перехитрить коварных разбойников. Лучшее лекарство от кариеса. Найти новых друзей. И завоевать любовь. Потанцуем, вкусняшки! Самой отважной девушки на свете. Не в бровь, а в глаз. Руслан и Людмила. Перезагрузка. Принцессы борются с лишними калориями. В кинотеатрах с 1 августа.